машинка самая-самая старая. И нужны новые машинки. Мне нужно Андрюшу звонить. Привет, Андрюш. Здравствуйте. У меня старая машинка, привези мне, пожалуйста, новая. Вам нужны новые игрушки, машинки? Ага, все. Сейчас привезу вам. Хорошо, жду. Возьмем ребятам самосвал. Еще полицейскую машинку. И трактор. Возьмем для ребят бетонную шапку. Сейчас уже загрузили подарки. Можно ехать. Скорее надо привезти ребят на машинку. Эй, Люху! Привет, новые машинки для тебя. Спасибо, Андрюша, за классные машинки. Держите бетонный шар. Держи синий трактор. Рисовку машинку. И еще держи игрушечный грузовик. Андрюша, спасибо за новые машинки. Ну что, обращайся ко мне. Нужно позвонить Андрюше. Привет! Мне нужен новый мотоцикл. Алло, вам нужен новый мотоцикл? Привезешь? Хорошо, сейчас привезу. Сейчас я привезу Андрюше новый мотоцикл. Погрузим его на прицеп. Осталось только закрепить. Закрепим веревочками наш мотоцикл. Здорово, можно отвозить игрушечный мотоцикл ребятам. Я тебе привез новый мотоцикл. Вау, классный мотоцикл. Так, выгружаем. Спасибо, Андрюша, за новый мотоцикл. Мне нужно что-то побольше. А, мне нужен трактор. Я позвоню сейчас Андрюхе и попрошу у него трактор. Алло, Андрюша, привет. Мне нужен трактор. Помоги мне, пожалуйста. Алло, вам нужен трактор? Хорошо, выезжай. Спасибо, я жду, пока. Сейчас доставим Алёше трактор. Теперь нужно поставить трактор на прицеп. Все готово, можно отгрузить. Погнали! Ха-ха-ха!
хотел забыл. А, вспомнил. Я же забыл привязать трактор. Готово, можно продолжать дальше ехать. Я привез свой трактор, держи. Привет, Андрюха. О, ты привез мой трактор, спасибо. Пожалуйста. О, классно, спасибо, Андрюша, тебе огромное. Классно, Андрюша, он такой большой, прикольный. Вау, классно, Андрюха, спасибо тебе. Нет проблем, на счастье. Если вам нужна доставка игрушек, позвоните мне, я вам привезу. Подпишись на мой канал, поставь лайк. Пока-пока!